потерпел крушение самолета. На рейс было зарегистрировано два Ивана Тихонова, но в самолет сел только один. Значит, второй жив. Мы с Ваней как-то нехорошо расстались, и в этом виновата я. Вот сейчас нет Ивана, и такая пустота навалилась. Ну и что будем делать? Искать его. Их. Несмотря ни на что. А мне приходилось следовать. Оказывается, мой муж подделывал картины известных художников. Он узнал, что его подельников арестовали. Вот и решил сбежать и скрыться. Знакомый кабриолет. Ну, в общем, у Ивана есть любовница и ребенок. Это значит, что мой муж либо мошенник, либо погиб. А твой либо бабник, либо тоже покойник. Что выбираешь? Премьера. Вернешься, поговорим. В пятницу на 9 канале.